Это сквер возле голубой мечети, возле мечети сердца Чечни. Вот начинают загораться фонари. Ой, блин, закат, не успеем, не сможем, ну ладно. А, в общем, мы сейчас идем на смотровую, которая находится на 33 этаже. Это вообще-то вертолетная площадка для посадки, но так как особо вертолеты сюда не летают пока, люди поднимаются туда и смотрят на панораму города. Мы, получается, поднимемся сейчас, и панорама будет ночная, то есть весь Грозный будет в огнях. Да тут просто уже сейчас красиво. И, кстати, что интересно, очень много народа гуляет по бульвару Исамбаева, который как Арбат в Москве, у них в Грозном очень много молодежи. И это, блин, при том, что зима, как бы не лето, и достаточно прохладно. Вообще, конечно, красиво. Владикавказ чем-то напоминает, но не во Владикавказ. Тут какая-то своя особая самобытность. Я думала, конечно, что понтов будет больше, но очень много мечетей. И как бы видно, что это все, не знаю, как сказать, достигалось трудом. То есть это не с неба упало, это не ввалили денег. А, вот она, вот эта вот звезда. Ну да, ее сверху надо смотреть. В общем, движемся в сторону смотровой. Смотровая вот. Вот это.